В Цивильском районе полным ходом идет реконструкция федеральной трассы. Здесь уже начали укладывать асфальт. Движение по новой дороге планируют открыть в ближайшее время. Насколько реальны эти планы, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Строительство новой трассы вблизи Цивильска теперь ведется круглые сутки. Рабочим сейчас не мешает ничего, на их сторону встала и погода. В ближайшие дни здесь намерены завершить укладку асфальта. Планы подрядчиков могут нарушить только ливневые дожди. Работы ведутся в настоящее время по точным методам на разных участках, начиная от основания щебеночно-песчаной смеси нижнего слоя до устройства верхних слоев основания из асфальтобетонной смеси нижнего слоя покрытия. Планируется во второй половине сентября открыть эту левую сторону проезжей части. Но открыть движение по этой трассе планировали еще летом. Управление дорог «Волга» во всем винят поставщиков специальной щебеночно-песчаной смеси. Этот материал в Чувашии не производят. Сюда его пришлось доставлять из Челябинска по железной дороге. Перевозка затянулась, а вместе с ней и работы. Пока на выезде из Цивильска часто возникают пробки, новая дорога поможет разгрузить автомобильный поток. На этом участке трасса станет шире, здесь откроют сразу 4 полосы. Новую трассу начали прокладывать буквально в чистом поле. Дорожное полотно здесь подняли более чем на 80 сантиметров. Оно состоит из нескольких слоев щебня и песка, а уже сверху на него укладывают мастичный асфальтобетон. Следующий этап работ – реконструкция существующей трассы. Здесь заменят асфальт и отремонтируют мост. Его опоры перестали выдерживать нагрузки, на бетонных плитах образовались трещины. На этой стороне проезжей части уже мост построен подрядной организацией. Остается уложить верхний слой, и в принципе он готов к открытию движения. Завершить реконструкцию федеральной трассы полностью подрядчики планируют до наступления холодов. Медрик Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.